Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэн и Тучка, Форум, Плеймарк, Офликс, Кирилл Геймер, пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, братья. Привет. Здорово. Всем здорово, йоу. Наконец-то вышли монстры Poppy Playtime, все части, и теперь их сделали пилпаками. И будем выживать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживание от Poppy Playtime. Я его слышу, он прям рядом ходит, блин, это, ребята, очень страшно. Ничего, сейчас начнется веселье, когда уже много будет монстров. Будем их по всей карте гасать. Ой, ой. Опа, а он перепрыгнет? Он может к нам выпрыгнуть? Он же прыгать умеет вроде бы. Пока он будет там узнавать, надо валить. Поймал. Надо валить. Да. Он перелез. Быстрее сюда. А, блин, я так дернулся. Да, это нечестно. Блин, я прям слышу, как он сзади меня бежал. Да я поддался. Расскажи нам это. Ай, блин. Это просто жесть. Давайте собаку возьмем. Мне собака нравится. Ой, Сина это, да? Сина, Сина. А ты где? Так, пацаны, я знаю, где они. Кирюшка еще. Я знаю, где они. Где? На улице. Ну, там нас нет. Я эту карту наизусть знаю, вы что думаете? Офигеть. Дурачка вы мне? А, ладно, хорошо, дурачка вы мне, вы не сильно увидели. Давайте будем искать здесь. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Давайте в нашем дискорде добьем до 50 тысяч участников. И залетайте в мой инстаграм, можете увидеть, как я живу. Блин, да я знал, что вы где-то здесь. Ссылочки в описании, молодец. Кто умер? Так Дэн уже был. Своего убили. Friendly Flyer. Взлыв. На улице какой-то старый бег. Да блин, я не понимаю, где они могут ныкаться все? Да я вот там вот, видишь? Дима, я догадаюсь, пацаны, я догадался, где они, все, я иду. Нет, тихо. Кирилл готов. Вот Спанч Боб. Приветик, ну шо, как... Привет. Так, Спанч Боб же был тут. А я поймался. А я уже убежал. Ты поймался? Классное слово, поймался. Ну давай по-честному, тебя убили просто, вот и все. А кто живой? Кто живой еще? Только так, Ариана, а кто живой? Только я, только получается. Ты, все? О, ты победителем? А вот Спанч Боб бегает, да, я вижу. Я помогаю тебе. Вот он, пацаны, мы должны его ловить. Давай, кто его убьет, он? Тот будет самым лучшим игроком по монстрам. Это он самый живучий. Да, в пиццерии. Бегу. Да ё-моё, я не могу прыгать, блин, собака. А, ну я ж лап нету, как она будет прыгать. Так, пацаны, я его жду на улице, потому что в любом случае... Сейчас он сюда выйдет. Я даже уверен на 100%. Отчитываем ему полминуты, его сейчас убьют. Давайте. А где он, пацаны? Ну я в небольшой нычке. Да ты задрал ныкаться. Нет, я до этого бег. Убили? Убили? Сина, Сина выпрыгнула. Ну все, Форум, теперь ты и начинай. Окей, я готов. И я готов, погнали. Ребята, ну что, второй раунд. Форум сейчас покажет, как надо играть. Он сказал, что мы плохо играли все. Да? Да. Кто? Первый. А чё так? Кирилл, ты чё, вообще издеваешься? А что за фигня? Он застопился об стол. Опа, второй. Вы... Дима, привет. Блин, вы чё там творите, пацаны? Вы чё сливаетесь? Вы же должны выиграть. Ну, Ютучка, ну скажи им шо-то. Ну, давайте, ну, блин, ну, не проигрывайте. Ну, не проигрывайте. Вроде как братья. Ну... Ну чё вы, мы блин, я прям там... слышу! Я слышу! Опа! А ну-ка! Тихо! Тихо! Ну, да ну давай. Тебя нафиг! Ты дурак, что ли, с детства? Не, кстати, вот так он меня не догонит. Вот так он не догонит. Нет. Нет, даже если ты будешь прыгать... Не, у тебя, кстати, бейни-хопа нету. Да как у него бейни-хоп есть? Я наперёд просто один. Вот это он прыгает! Вы видели? Дайте еще раз покажу. И точку поймал? Нет, я еще не бегу, он на улице. А как ты его так не... А вот он. Ну нифига себе, он, кстати, читерский прыгает. О, блин. Да это читерский монстр. Блин, ну это прикольно. Так, я тоже его возьму. Дэн? Дэн? Я. Так, двое осталось, пацаны. Плеймаркет еще один? Или Фофикс? Так, пацаны, я знаю, где они. А давайте для начала проверим здесь за машиной. Это очень не хорошая нычка. Не, я собака. А, значит, Фофликс. Ага. Так я не помню, двое или трое осталось? Двое. Ребята, сейчас будет решающий момент, кто же выиграет знаю, второй раунд. Я знаю. Я знал, что за машина кто-то есть. Вы заметили? Какой ты хи... А, я знал, Фофликс. Классно, что я пошел проверять. Я еще так думаю, пойду на расслабончике.
Ах ты тварь, блин, я не могу окна перепрыгивать. А он в пиццерии, все, залез туда? И что ты будешь делать? И что, и что, что? Пацаны, я поймал человека, идите сюда. В параше нет никого? Не надо. Фофликс, ну последние твои слова. Параша, параша нету гадкая. Никого. Пацаны, идите все в офис, кто за монстра играет. А, в офисе? Идите в офис. В офисе. Смотри, смотри за окно. А, видишь, который сзади? Тут. Смотри, я при вас всех его убью. Давай, планктон. Я не могу его убить! Что? Я не... Ой. Что? Что? Что это сейчас было, блин, ребята? Да, что ты меня убил? Он убежал. А что я не смог убиться? Вот он, вот Дэн, вот Дэн забежал в пиццерии, я видел. Пока, Фофликс. Есть Дэн. А, нет. А что я не мог Фофликса убить? Что за бред? Он тебя монтировкой бил. А из-за этого я не мог? Наверное, он тебя откидывал немножко. Пацаны, вы знаете, что Дэн внутри? Вы должны уже искать его. А, блин, а зачем? Я нашел его. Молодец. Я всех убил абсолютно. Молодец. Ты молодец, ты реально... А как ты так? Не знаю, это персонаж читерский с бэхопом. Давай ты сейчас чисто за Дог Дэя. Вот просто для интереса, сможет кого-то убить или нет? Кто, Дэн получается? А, ну, получается Дэн, да. Дэну сейчас будет нелегко. Не, ну если ему сложно, он тогда сможет любого взять монстра. Давайте просто проверим, сможем мы или нет. За псину. Вонючую. Дэн, мы готовы, если что. Да, мы тут стоим, если что, мы спрыгиваем сразу. Вот на кондиционерах лучше стоять. О, привет. Да, я тут в прошлый раз. Встречаемся на том же месте. Все, ждем. Дэнчик, давай, выступай. Давай, да. Он уже убил кого-то. Ну, Плейморк. 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 Зачем ты так? Ой, псина. Где? Мы тебя обманули. Блин, это было реально эпично. Я руку с мышки убрал, они не увидели. Блин, это было классно. А где ж вы, а? А может... Вы что, собаки и шейки, что ли? О, нашли кого-то. Есть. Так, я остался последний? Нет, я еще. И Кирилл Геймер. Блин, умирайте. Пацаны, нет. Вы так плохо играете за собак, серьезно говорю. Дима! А! Да как ты со спины мог убить? Ну как? Вы видели, какое расстояние было? Так расстояние было большое, как так-то? Он где-то, короче, в каком-то зале был, тот я нашел просто. Ну я на крысе сидел, как жучара вонючий. Да сам такой. Не, я говорю, что я жучара вонючий. Форму Кирилл. Еще. Форму Крыл. Сейчас будет решаться, кто же из них будет последний выигрышный человек. Так, а кто у нас первый раунд выиграл? Я, Форум. Второй раунд? Я. Пока. Дэн. Дэн, а третий? Сейчас еще решается. Ну, сейчас еще... О, вот, вижу. Ой, собака. Пацаны, он в игровой комнате, все, он ушел. Я вижу, он здесь тут окно. Ну, здесь он, здесь он тут окно, молодец, да, есть такие. И собаки прыгающие. Блин, плохо, что собака... Вот он, вот он. Сюда. Давайте. Ой, сбор псин. Значит, собака, когда прыгает, это нормально бежит так. Не медленнее, чем человек, который бы не хопит. Ничего, ничего, пацаны, сейчас мы его окружим. Он думает, что это просто так? Я даже знаю, что он сейчас будет делать. Да. Короче, я иду навстречу к нему, пацаны. Он в окно уже залез, блин. В окно залез? Я видел, да. Так хорошо, ищем. Так давайте его ждать будем. Мы же сейчас все равно его где-то увидим. Угу. Так Кирилла ищите, его выгоняй. А с чего ты взял? А чего ты взял, что нам его выгонять? А какой у Кирилла скин? Я уже не помню. Клянер просто. О, по-моему. Все, вы меня не достанете. Я на фонаре. Блин, а ты что там делаешь? Да что, у нас есть, который высоко прыгает монстр. Тогда берите. А или вы только на псинах? Ладно, Дима, ладно. Дима, не, ну если ты будешь залазить высоко, я буду все, брать больше. Да, то есть по-честному. Ну вот и все. Бим, вот бим, и все, бро. Щенок вонючий, губка бип. Так что Кирилл, ну, Геймер выиграл? Достойное место было. Сейчас будет выясняться, кто же все-таки первое, второе, третье место займет. Скажите, когда будете готовы. Окей. У нас получается Дэн, Форум и Кирилл Геймер. Три, два, один. Выживание началось. А вы на ком? Вы на всех? Нет, только давайте на собаках. Окей. Потому что они и так очень быстро все сливаются.
Мне же интересно, кто же первое место займет? О, псина. Тихо. А, блин, мы... Есть! Опа, Кирилл Геймер слился. Так, остался Форум и Дэн. Кто же из них будет первое место занимать? Ой! А я его, короче, ждал здесь, пацаны. Ну что, Дэн, ты победитель! Ты сквозь стену. Я, нет, ты прямо на меня, по сути, прыгнул. Ну, как бы в реальной жизни я бы тебя достал бы, что так, что так. Лапы длинные. Вот Дэн, Дэн на крыше, пацаны. Да? Я его хвост видел. А, на крыше? Я уже ушел. А, уже ушел. Не, ну он уже упал оттуда. Так, ну что, Дэн, давай продержишься 2 минуты. А если ты это сделаешь, то ты будешь максимально мощным победителем, который без вариантов. Хорош. А, ну тогда ты, Дэн, просто победитель. Просто красавчик, молодец. А, ну давайте тогда, ладно, хорошо, давайте сделаем ПВП. Финальная дуэль, каждый сам за себя. На псинах? Давайте на псинах, да, потому что... Не, ходите на любых монстров, давайте на любых. Не, на псинах, так... Я на псинах хочу. Ну ладно, давайте на псинах, согласен. 3, 2, 1, погнали. А что ты там сидишь? Ну, может, я тебя не убью, иди сюда. Мы опять с тобой на крышах. Кто? Кто кого? А мы даем... Есть. А мы вдвоем, мы друг друга, друга убили. Так бывает? Так бывает. Чё за бред? Так. Кирилл выиграл тогда, получается? Потому что Дэн, они с собакой одновременно убили друг друга. Ну, Дэн, ты остался живой? Ну, у Стаби он... А, у него... Всё, хорошо. Ладно, Кирилл Геймер, ты победитель! Поздравляю тебя! Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Ой, всем пока! Всем пока!